Добрый день, уважаемые подписчики и болельщики футбольного клуба «Спутник». 18 ноября текущего года стартует зимний чемпионат Свердловской области по футболу среди мужских команд. В этих соревнованиях наша молодежная футбольная команда «Спутник» будет представлять наш родной город трудовой доблести. Мы будем рады видеть на наших матчах болельщиков. Также всю информацию и отчеты о наших матчах вы можете отслеживать на всех спортивных сайтах города Нижнего Тагила, таких как Спортак, Dreamers и других спортивных пабликов. Обещаю, что наша молодежная команда будет достойно играть в каждом матче и защищать честь родного города. Хочу подчеркнуть, что в команде «Спутник» играют только местные ребята, воспитанники всех спортивных школ города Нижнего Тагила. Давайте все вместе поддержим наших родных и доморощенных родных «Спутник».